Жаркое лето на руку хозяйкам. Быстрее поспевают овощи и фрукты. В Азербайджане сезон заготовок на зиму. Все внимание винограду. Из разных сортов делают вино, варенье, джемы, соусы, ну и, конечно, листья для долмы. Наш корреспондент Хаяла Юсипзаде узнала, какой виноград для чего используют. Это лето одно из самых жарких в Азербайджане. Даже в тени температура поднималась до плюс 36. Горячий сезон у хозяек. Женщины собирают урожай фруктов и делают заготовки на зиму. Из винограда получается прекрасный изюм, если его сушить на солнце. А еще я их варю. Получается уваренный сок без добавления сахара, бекмес, лекарство от бронхита и малокровия. И, конечно же, обязательно из него варим варенье. Для заготовок используется разный сорт винограда. Для варенья используют ягоду без косточек. Этот виноград созревает первым. А вот грозди, которые идут на изюм и сок, они набирают сладость под лучами солнца. Чтобы зимой на столе всегда было национальное блюдо долма, хозяйки летом маринуют виноградные листья. Их обычно собирают в начале лета, пока температура воздуха не поднялась выше 28 градусов. Из-за жары листья становятся жесткими. Виноградные листья сами по себе тяжело усваиваются организмом, поэтому нужно использовать тонкие, молодые, размером с ладошку светло-салатового цвета. Тогда это не только вкусно, но и полезно. Но виноград – это, конечно же, и вино. На этих плантациях растет 15 сортов. Любящий прохладу Ширваншах созревает первым. Он очень стойкий к температурным перепадам, и у него высокая урожайность. Его грозди очень сочные и тяжелые, поэтому из него получается хорошее красное вино. В день на этой плантации собирают до полтонны винограда, чистят с помощью специальной расчески, потом моют и отправляют под пресс. Вино высшего качества бродит при температуре 10-15 градусов. За процессом брожения нужно зорко следить, чтобы не было перепадов температуры. Это понижает качество вина. При помощи специальных агрегатов производится прессование ягоды. После выжимки идет процесс брожения, который длится 3 месяца. В Азербайджане самый благоприятный климат для выращивания фруктов и овощей. Урожай собирают несколько раз за сезон. Хаяла Юсипзаде, Хикмет Гуламов, Мир 24.